Всем привет, мои друзья. Вот привез из леса альпийский горец. Нашу кислянку почистили. Будем делать пирожки. Пирожочки с кисляночкой. Наш деликатес. Посмотрите, какие у нас пирожки получатся. Процесс идет. Вот так вот делаем пирожки с кисляночкой. Вот они, два уже готовых. Теперь испекем. Печки, духовочки. Такие. Вложим сахар. Сахарный песок в них, чтобы они были сладенькие. В общем, по вкусу они будут напоминать как из шавеля или из ревня. Вот, посыпали сахарным песком на каждой по две ложечки, края смазали белком, чтобы не раскрывался пирожочек. Такие вот получаются красавчики. Вот такие вот пирожки получились у нас с кислянкой. Мы их, что называем, кисняки. Тут мята, нарвал мята в огороде. И заварили с лимоном. Такой напиток у нас. У нас жарко. Пьем водичку с мятой и с лимоном. Настоится такая вкусненькая. Угощать нашими пирожками. Спасибо, друзья мои, что посмотрели. Поделился я с вами кулинарным блогом. Ну и да, надо. Всем пока. Всем мира и добра. С вами был Владимир. Пока-пока.